Макгрегор, Хабиб. Полное видео боя. Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Конора Макгрегора в четвертом раунде. Бой закончился победой Хабиба. Хабиб Нурмагомедов в рамках UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул в легком весе. Конор уже второй раз терпит поражение в UFC. В 2016 году он проиграл первый бой Нейту Диасу, но был сильнее в реванше. Нурмагомедов Хабиб продлил победную серию. У Хабиба 100% рекорд ВОВК. 11 побед и 0 поражений. Он единственный боец со 100% рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков. За всю карьеру у Хабиба также нет ни одного поражения. 27-0. Видеобоя Хабиб, Макгрегор. По материалам сайта newsgra.com.